Всем здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать, я вот думаю, может быть, взять другую колоду, такой достаточно необычный для меня расклад. Почему необычный? Потому что Таро любит структуру, Таро любит конкретные вопросы для того, чтобы получать конкретные ответы. Но в какой-то момент, я помню, когда-то мне в Инстаграме написала девушка о том, что я хочу прийти к вам на консультацию, но у нее не было конкретного вопроса. И ее желание было такое, знаете, достаточно абстрактное в плане того, что все, что вы мне скажете, я это приму. Но говорить просто так, знаете, ну ни о чем, мне как-то показалось на тот момент, ну, достаточно странноватым, да, то есть, ну, нету вопроса, что спрашивать, вот. Но сегодня я решила сделать все-таки такой расклад, нет, наверное, не на этой колоде, а вот на этой колоде, на колоде Тани Логинова, да, Тани Шамана, который я назвала «Абстракция ни о чем и обо всем». И мы будем рассматривать не что-то конкретное, а то, что нам в потоке скажут. Почему? Потому что... Ой, началось, да, нос чесать. А фиг его знает, да, может быть, человек был и прав, да, что можно будет что-то в потоке узнать. Да, то есть пока не попробуешь, но у меня есть такое понимание, такой принцип, пока не попробуешь, ты не имеешь права на мнение, да, потому что, ну, просто так языком молоть ни о чем не стоит. Надо попробовать, а там уже в процессе разберешься, да, прав, не прав, что и как. Вот, поэтому я, прежде чем что-то сделать, я хочу попробовать. И мне стало любопытно, а вдруг эта девочка была права, а я была не права. Да, надо уметь признавать свои ошибки, если так можно сказать. Так вот, о чем будет расклад? Расклад будет абстрактный, что нам карты скажут, да, и я просто посмотрю. Здесь даже не то, что вы должны что-то услышать, там, либо не услышать, потому что это тоже конкретный вопрос. А я буду вытаскивать карты и просто говорить, что идет, какая информация, да, через них, что они передают. Вот, и мне просто любопытен этот эксперимент, что из этого получится. Ну, под таким названием «Ни о чем и обо всем», наверное, так и получится. Ничего и все. Ну, давайте попробуем. Три позиции, вы видите их, там коды в описании к видео, либо если вы наведете курсор на плеер, на линию, заполняющуюся внизу видео. Там разделены все по главам и по позициям, да, тоже смотрите, сможете понять. Итак, давайте приступим, посмотрим, что получится. Я заранее извиняюсь за свой нос, я уже устала извиняться, но вот такой я носатый таролог, у которого, как только берет карты в руки, начинает чесаться нос. Что поделаешь? Позиция номер один. Давайте посмотрим, какую абстракцию нам хотят донести карты до вас. Ну, во-первых, здесь сразу такой ветер, да, пронес такой огненный ветер перемен, чего-то такого мистического, тайного, скрытого, сакрального. Что еще здесь есть? Океан. Показываю, знаете, океан либо возможности, да, либо каких-то познаний. Ну хорошо, покажите. Аркан справедливости. Когда выпадает аркан справедливости, это такая, знаете, достаточно серьезная карта. Понимание законов мироздания, да, то есть... Аркан справедливости на древе, ну, коль мы говорим абстрактно, да, на древе жизни он у нас сопоставляется, условно говоря, с сферой дат, невидимая, ложная сфера дат. И на самом деле справедливость, почему я говорю, что это достаточно болезненный и это достаточно жесткое, потому что справедливость у нас все-таки отвечает за некие такие законы,
Я имею в виду не земные, а космические, то, как все устроено, да, то есть на каком расстоянии должна быть каждая планета, в каком направлении она должна крутиться, как должны создаваться галактики, как это все должно поддерживаться. То есть вот эта вот вся структура, вот эта вот вся система, она ни на грамм не должна пойти ни в одну сторону, ни в другую, ни, как говорится, ни на миллиметр, да, и ни на дюйм. Все должно быть именно справедливо. Если кто-то что-то сделал несправедливо, то здесь этому закону покоряются абсолютно все. Да? Здесь нет такого, как у нас принято у людей, где-то дать взятку, да? Где-то можно будет отмазаться, где-то еще что-то. Нет, законы мироздания, они действительно жесткие, и им подлежат абсолютно все. Боги, стихии, природа, все. То есть, если так надо, если это закон, значит, закону должны, не то чтобы, боже, какое-то слово, не поклоняться, какое-то другое слово, подчиняться. Подчиняться абсолютно все. И здесь вот в вашем случае, да, как раз-таки выпадает, сейчас я беру мушку сюда, здесь в вашем случае как раз-таки попадает именно вот такой жесткий аркан, и еще и некого такого равновесия, да, которое должно присутствовать. Что еще? Аркан повешенный говорит о том, что, возможно, сейчас как раз-таки и наступил тот момент для того, чтобы вы пересмотрели. Здесь, знаете, пришло время какого-то пересмотра, да, пришло время вот как будто бы все сделать правильно, так как нужно. С чем это связано? С всевозможными вашими ловушками пришло время, хочется сказать, карателя, да, когда, если вы кого-то обманывали, значит, вам прилетит бумеранг. Если вы явились некой такой жертвой ситуации, то другому человеку, который вам навредил, да, тоже прилетит некий такой бумеранг. Если вы занимаетесь самообманом, если вы занимаетесь, сами себе расставляете ловушки, то ясное дело, да, что вы в нее сами и попадете. То есть здесь любые ваши манипуляции будут наказуемы, да, как по отношению к другим людям, так и по отношению к себе. Здесь информация идет о том, что вот вам как будто бы нужно найти сейчас баланс, да, найти некое равновесие. Причем это равновесие, оно какое-то двойственное. С одной стороны, в вашем продвижении, да, то есть вы не должны сходить с вашего пути, а с другой стороны, вот на вашем пути у вас будут какие-то сложности, да, у вас будут какие-то трудности, которые, то есть у вас должен быть внутренний стержень, внутренняя опора равновесия, и в то же время вот эту вот внутреннюю опору у вас будет как будто бы проверять вовне, да. Возможно, будут сейчас идти проверки, насколько вы хорошо стоите на ногах, насколько вас легко сбить, да, вот вытащить почву из-под ног, насколько вас легко вами манипулировать, да, насколько, причем манипуляция очень интересный момент, они всегда обоюдные, нету такого, что есть манипулятор и манипулируемый, да, только в одну сторону, это всегда обоюдное. И манипуляции, они всегда двухсторонние, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы манипулировать человеком, да, этот человек должен быть эмоциональным, потому что если человек не проявляет свои эмоции, его не за что зацепить. Поэтому здесь я могу сказать, что, возможно, у нас проходит как раз-таки баланс между духовным и материальным. Здесь вообще какое-то выравнивание должно быть, да, почему? Потому что вот как-то ваши ценности, они перевернулись. Больше здесь акцент на материальном мире, я не имею в виду финансы, я имею в виду некую такую заземленность, да, приземленность. То есть земля почему-то стала выше неба, да, то есть вот как-то повернулась. Те жемчужины, да, которые есть вот именно в духовности, да, они должны быть сверху, а материя, она должна быть снизу. То есть материя всегда подчиняется духовности. Почему? Потому что дух одухотворяет, да, масло масляное, по-другому я не могу сказать, дух одухотворяет материю. То есть в материи есть это,
это дух, да, это вот, то есть материю создает дух. Это не отдельные вещи. Но у вас вот здесь вот как-то, знаете, больше акцент как будто бы пошел на материальный план. То есть пошел какой-то вот перекос. Почему, с чем он связан? А здесь как будто бы, знаете, вот вы вскрыли какую-то правду, узнали что-то, да, пришла вам какая-то информация, связанная именно с вашим эмоциональным планом. Все, здесь какой-то сценарий. Для кого-то он будет актуальным, я ее уловила. То есть, знаете, вскрыли какую-то правду в вашей личной жизни, которая вам не понравилась, и, как правило, вот, чтобы не решать вот эти вот проблемы, достаточно болезненные, эмоциональные, мы уходим в реализацию себя, да, то есть в материю. Нету вот этого вот баланса, да, между чувствами и разумом, поэтому у нас перекос идет туда. Да, сейчас мы... как-то перекосились не туда. Что еще? Да, то, что вы узнали о каком-то предательстве. Предательство, связанное, может быть, с личной жизнью, да, а может быть, вообще. Некое такое предательство, когда вы ощутили себя в проигрыше, вы ощутили себя использованным человеком. Да, то есть вами попользовались. Вот, а теперь после вот этого урока вам надо как-то двинуться дальше. А сил-то, в принципе, нет, да, вот в это вы как-то не можете вырваться из этой паутины. Причем, знаете, здесь такое ощущение, что какой-то урок был вам преподнесен. Возможно, когда-то вы манипулировали кем-то, а сейчас вы как будто бы ощутили на себе вот эту вот несправедливость. Один из вариантов, да. А с другой стороны, здесь, возможно, для вашего дальнейшего пути, да, надо было как-то вот очиститься от чего-то, да, выровняться, да, как будто бы вам дали возможность с чистого листа что-то начать. Но для этого вам нужно было отыграть какие-то сценарии. Вот в этом сценарии вы вот, явились вот этой марионеткой, да, куклой. Был некий такой кукловод, который, знаете... Ему казалось, что он может вами манипулировать и управлять, но на самом деле он как будто бы сам явился тоже своего рода жертвой какой-то, не то чтобы манипуляции, а вот как будто бы страхи у него были, да, то есть он как-то создал эту ситуацию, в которую вы попали как в ловушку, но вместе с вами попал и этот же самый человек, да. Он как будто бы бежал от чего-то, расставляя вам ловушки, и вместо того, чтобы вы в эту ловушку попали, да, хотя он вас держит здесь за ниточки, он попадает сам. То есть явился, знаете, жертвой своих собственных манипуляций, вот так могу сказать. А вы как будто бы вышли. Но при этом получили опыт, да, вас тоже это, здесь какая-то игра была такая, неравная. Вот, знаете, у меня такое ощущение, какой-то вот больной сценарий, да, когда судьба иногда пишет такие сценарии в жизни, что ты сам вообще удивляешься, да, как такое вот извращение в голове могло быть. Я не имею в виду сексуальную энергию, я имею в виду какой-то вот сценарий, вот неправильный. Не то чтобы все сценарии правильные либо неправильные, а здесь вот, знаете, вот эта вот карта, ну, говорящая, я, по-моему, единичкам уже попадалась она, да, вот посмотрите, когда мужчина вкалывает здесь, знаете, вот как пики, что ли, от мечей, да, в спину другого человека и одновременно получает от барана себе в спину такие же пики. То есть такое ощущение, что когда... ты делаешь кому-то больно, а получается так, что тебе больно. И ты не понимаешь, то есть должно быть больно другому человеку, да, то есть здесь не месть, а здесь вот, знаете, когда настигает бумеранг вашего обидчика, и казалось бы, вы должны радоваться, да, ну то есть... По справедливости он получил, он меня обидел, да, и ему прилетело свыше. Но вот вместо того, чтобы вы радовались, вам от этого становится еще больно.
И вот здесь вот этот вот парадокс, вот эти две карты, они вот это показывают. Смотрите, семерка мечей здесь какая, да, то есть здесь есть кукловод, есть вот эта вот марионетка. И казалось бы, марионетка должна попасть вот здесь в ловушку, да, в капкан. Но по факту нога самого кукловода, а за ними идут волки. Да, то есть человек, он даже не видит, да, вот это вот, это как будто бы, знаете, какая-то вот пищевая цепь, да, ну, то есть птицы поедают червей, там черви поедают землю, там листья, не знаю что, ну, то есть одно съедает другое, да, вот здесь вот какая-то вот такая. Заманушка идет, хорошо, что еще нам здесь абстракция покажет? О чем и обо всем, да. И здесь вы встали в позицию закрытости, да. Здесь какие-то явно конфликты произошли, разрушения. Здесь мне показывают, знаете, какую-то вот болезненную очень историю касательно, может быть, каких-то отношений, которые выстраивались, либо должны были выстроиться для создания семьи, либо в семье были какие-то ссоры, конфликты. Да, что-то здесь было связано именно с семьей, либо с объединением людей в семью. Да, вот здесь вот какие-то ссоры и неожиданное разрушение. Да? Неожиданное разрушение, завершение. Да, здесь вот на завершение у меня выпадает. Я люблю эту колоду. Почему? Потому что вот здесь прям сразу любовный треугольник нарисован. Один мужчина, две женщины. Все, что здесь комментировать, да? Здесь какой-то любовный треугольник. Здесь такое ощущение, что вот вы мне почему-то лишнюю личную жизнь показывают сразу, да, в поле. Если это не резонирует с вами, да, то просто не смотрите эту позицию, потому что, ну, абстракция, она такая, да, здесь либо есть резонанс, сегодня так будет, либо этого резонанса нету. Вот, здесь сразу как будто бы какая-то ситуация такая мне показывают, произошла, случилась кармическая справедливость. Если это кармическая справедливость, значит, от этого уйти никто не мог. Так должно было быть, и по факту мы должны сказать «благодарю», да, почему? Потому что теперь все выровнялось, теперь все очистилось, теперь все завершилось, и можно начать с чистого листа, да, что-то новое, да, можно двигаться дальше. Вот рыцарь жезлов нам как раз и показывает. Вот мужчина на мотоцикле, да, а мы двигаемся вперед. Причем двигаемся вперед на большой скорости, да, нас ничего не страшит, нас ничего не останавливает. Мы мчимся вперед. И посмотрите, куда мы мчимся. Это двойка кубков. Смотрите, какая красивая двойка кубков. Мужчина, женщина. А сейчас я посмотрю, секунду. Женщина. Женщина держит кадуцей. Да, причем сверху кадуцей, а снизу лев. Да? Хотя, в принципе, кадуцей и обычно крылатый лев. Да? Ну, то есть двойка кубков, а здесь разъедено. Я извиняюсь. Вот. То есть двойка кубков здесь такая. Здесь такое ощущение, да, если для кого это важно и актуально, то здесь произошло некое такое очищение в вашей личной жизни. Да, развязались те узлы, которые должны были развязаться для того, чтобы вы помчались к созданию новым отношениям. Вот, здесь нам про это сказала первая позиция. Если кому-то было не актуально, ну, значит, не актуально. Абстракция, тем более колода такая, знаете, она своенравная, она говорит то, что она хочет. Ты можешь ее спрашивать, вот именно конкретная колода, да? Ты можешь ее спрашивать о чем угодно, а она скажет то, что она хочет. Вот, а поэтому как раз таки к нашему раскладу. А позиция номер два, красненький камешек. Давайте посмотрим, что здесь за абстракция, да? А, ни о чем и обо всем. Что нам скажет колода здесь? О чем мы будем беседовать? О, здесь верховная жрица. Вот такая вот верховная жрица в этой колоде, очень красивая. Она стоит и держит кубок. Сзади нее книга, значит, и занавес, где нарисовано звездное небо, луна. И с одной стороны выходит волк, с другой стороны, значит, выходит пантера. То есть вместо колонн у нас появляется два животных, да, то есть уже какая-то двойственность появилась, да, когда человек полностью сфокусирован на себе, и здесь у меня такое ощущение, да, что-то внутри вас происходит, какая-то двойственность.
И здесь у нас выпадает суд, да, еще один великий аркан. Да? То есть здесь ситуация у нас говорит о некой таком, неком таком перерождении. Да? Сейчас, знаете, здесь вот причем аркан суда, он очень интересный. Значит, стоит ангел, и он смотрит, я поближе подойду, ангел, и он смотрит через лупу, да, вот эта вот лупа, рассматривает людей. А здесь у людей маски, да, то есть прям такой смысл о том, что никто, потому что здесь без маски как будто бы человек, да, без лица свое истинное лицо показывает. Никто не может обмануть этого ангела, который в одной руке держит свечу знания, за спиной у него меч, да, для того, чтобы вот прям оценивать, и впереди он держит лупу. Прям вот я оцениваю все, что не нужно, отрезаю, да, то есть под моим светом ничего не утаится. А здесь наоборот, у нас верховная жрица, которая держит какие-то тайны. И здесь как будто бы, знаете, вот, как будто сказать, от высшего суда никто не скроется, да, как бы какие тайны вы ни держали внутри себя, они так или иначе высветятся, да. То есть здесь как будто бы нам показывает о том, что нужно сбросить маски, а вы как будто бы защищаетесь, не хотите. Так, интересно, что еще здесь покажут. О чем нам Верховная Жрица говорит? Это, по-моему, шестерка, да? Да, шестерка чаш. Что-то, что связанное с вашим прошлым. Что с этим прошлым? Ну, как-то вы шли по пути достаточно. Угу. Знаете, здесь как будто бы нету вот этого вот перерождения. Здесь в четверке мечей у нас изображен... прям такие красивые изображения, я вам покажу. Но здесь мужчина, значит, который лежит на плите бетонной. Вот, и она разрезана. Вот здесь вот видите, как меч, копье, что-то такое. Да? То есть разломанное. И здесь, значит, стоит человек. И у человека в области сердца есть гусеница, которая должна превратиться в бабочку. То есть четверка мечей нам говорит о том, что нужен какой-то вот процесс, он прямо вот рядом с арканом Верховного Суда выпал, для того, чтобы произошло какое-то, вы знаете, перерождение, либо рождение. Но здесь, скорее всего, рождение заново, потому что суд нам показывает, что... ситуация связана с тем, что она давно идет как-то из прошлого, и вы все никак не можете переродиться. То есть вы как будто бы не можете преобразиться, вот так скажу, да? Во что вы должны здесь преобразиться? Прекрасно, в очень мудрого человека выпадает у нас отшельник. Причем, смотрите, здесь отшельник, а здесь луна. И вот у отшельника и у луны, посмотрите, здесь луна и здесь луна, да? То есть верховная жрица и отшельник. И они очень похожи, потому что капюшон у одного, капюшон у другой не видно, да, то есть, ну, глаза закрыты, человек скрывается. То есть здесь он полностью, здесь процессы идут какие-то внутренние, да, то есть все, что с вами происходит, это должно было произойти, да, как будто бы оно уже долгое время длится. Вы как будто бы определяетесь, потому что у отшельника здесь есть свеча в области груди, а у ангела высший суд, он тоже держит свечку. За верховной жрицей огромная книга, книга знаний, да? Книга понимания, если мы говорим о древе жизни. Так вот здесь как будто бы, знаете, вам необходимо какое-то понимание, да, того, в кого вы превратитесь, да, какой путь вы выберете для себя, в каком направлении вы пойдете. Что здесь, мне кажется, долгое время у вас идет это перерождение. Это кто? Король чаш. Да, то есть вы как будто бы должны прийти к какому-то
внутреннему состоянию, да, человека, который умеет управлять своими собственными эмоциями, да, из прошлого. Здесь должен пройти какой-то прорыв, да, какие-то изменения, как будто бы вы должны развернуться на 180 градусов. Здесь вот, знаете, это какие-то виражи очень крутые, как будто бы вас заносят, да, здесь скорость, здесь изменения должны произойти, а они долгое время не происходят. А почему не происходит? Ну, потому что это процесс обучения. То есть вам все любопытно, да, вам все интересно, вы хотите все знать, вы хотите понять, во всем разобраться. Но и при этом, да, здесь идет какое-то завершение болезненное. С одной стороны, вам больно, а с другой стороны, вам интересно даже и в новое идти, да, совершить какой-то прорыв. Хорошо, что еще карта? Здесь рассказывают, знаете, некую такую историю. У меня такое ощущение, что вот эта вот еще колода, она прежде чем вам покажет будущее, она еще и расскажет прошлое в обязательном порядке. Так вот, здесь какая-то история о том, что, видимо, произошло у вас в прошлом, для того, чтобы вы переродились, для того, чтобы вы определились именно со своим дальнейшим путем. И это как-то было связано с вашими эмоциями. Я не говорю о том, что это личная жизнь, я не знаю, но здесь как-то вот эмоции, они были очень важны. Да, то есть вас как-то зацепило за какие-то состояния, за чувствования. Да, было очень больно, были убиты. Вот. Но именно вот через это завершение, через это... условно говоря, да, убийство, вы как будто бы стали более мудрее, да, то есть такое ощущение, что вот вас должны были убить, и вы заново должны, ну, это все метафорично, вы должны были заново родиться, вот переродиться. А что именно вас должно было быть убито, мне хочется спросить. А выпадает аркан звезды, да, вот смотрите, аркан звезды, здесь девушка, которая плывет в море, к звезде, вот, и за ней такая красивая-красивая птица с длинным хвостом. Вот, здесь как будто бы ваши надежды, да, должны были быть битыми, связанные с чем? Может быть, какая-то идеализация, это королева жезлов, да? Какая-то идеализация именно, либо какие-то надежды, ваши планы были убиты в плане становления себя именно в социуме. Здесь, знаете как, здесь для того, чтобы вы пошли именно в реализацию себя, становление себя такой, знаете, независимой женщиной, независимая с хорошей точки зрения, да, такой вот целостной, понимающей себя, да, уверенная, которая не боится, которая может разговаривать на равных с людьми, получать то, что она хочет. Вот здесь как будто бы, знаете, вот, вот эта вот гусеница, она должна была быть убитой для того, ну, то есть убитой в контексте смерти для перерождения, вот для того, чтобы вы стали вот таким вот именно человеком. Знаете, вот вас как будто бы проверяли, вам причиняли боль, для того, чтобы вот проверить, насколько вы, не знаю, насколько вас можно подавить, да, во сколько вас можно там унизить, то есть сколько вы будете терпеть до того момента, когда вы, ну, отреагируете как-то, знаете, вот выразите себя, скажете, все, хватит, да, больше у меня, ну, нету вот предел, вот это все. И вот это вот, знаете, вот эта вот реакция, она как-то вам бы помогла, ну, либо в прошлом, либо сейчас, потому что я здесь не могу понять, о каком времени говорится, она бы помогла вам как раз-таки в реализации и становлении себя. То есть, знаете, вот какая-то вот болезненная ситуация, которая делает из нас в дальнейшем то, кем мы должны быть.
Да? То есть вот именно через какую-то боль, именно через какую-то трансформацию, когда мы учимся выбирать себя. Королева жезлов, она выбирает себя, она ставит себя на первое место. Да? Здесь не эмоции, здесь не чувства. Она ставит именно свое эго, такое хорошее, здоровое эго. Она выбирает себя. Вот здесь как раз отшельник, который был, долгое время вы определялись, а кого выбрать, да? Себя либо других людей. Да? Верховная жрица нам говорила об этих знаниях, то есть у вас эти знания, вы их получили, но здесь знания, они идут интуитивные, да, вы должны были погрузиться в себя, да, это было больно, это было неприятно. А здесь от каких-то чувств, эмоций, вы должны были отказаться, вы должны были отказаться от того, что как-то, знаете, вот вам было близко по шестерке кубков. То, что было из прошлого, да, вот именно вот это вот какая-то детская наивность, что ли, открытость, вот эта вера, дружба, все вот это вот детское, оно должно было умереть, а оно у вас не уходило, и вам дали какую-то ситуацию достаточно болезненную, которая вас преобразила в того человека, в котором вы должны были быть. Это будет либо в будущем, либо это сейчас. Не могу понять, время здесь не рассказывает. Что еще мне хочется сказать? Это колода. О чем? Да, это было страшно. Да, это было очень страшно. Здесь очень много себя накручивали. Но в какой-то момент, да, вы определились здесь стабильностью, да, то есть вы получили необходимые вам знания и начали двигаться. Смотрите, тройка мечей, здесь вот прям очень такая красивая фотография, разорванная пополам, вот именно расставание. То есть здесь прям напрямую нам показывает о том, что речь шла о какой-то личной истории. Ну, как вариант, да, я могу предположить, о разрыве. То есть вот именно через разрыв, через боль вы пришли именно, либо должны прийти к королеве жезлов. Либо если это не личная история, да, то что любые истории могут быть, да, то вот именно через расставание, через какую-то внутреннюю боль, через какие-то шипы, которые были вогнуты вам в руки, да, здесь, может быть, знаете, почему-то мне идет кровь, и мне идет что-то такое родственное, да, что-то такое близкое. Если это человек даже не ваш родственник, то вот ваше ощущение, что вот что-то такое родное. И вот здесь это было завершено, да. Но вы вышли победителем. Посмотрите, здесь шестерка жезлов какая, победитель. Все им восторгаются, и самое главное, он сам, да, должен... Вот это вот «я на мотоцикле», да, «я на коне», такая современная отрисовка, «я победитель», и я держу этот маяк, либо факел, ну, маяк, он как маленький, да, то есть факел вот этот вот в руке, «я победитель», «я молодец». То есть вы из этой ситуации вышли молодцом. То есть если кому-то было интересно, да, что и как произошло, ну, то есть завершилась эта ситуация или нет, то да. То да, завершилось, и вы должны были быть победителем в этой ситуации, но победителем не над другим человеком, а над самим собой. То есть задача здесь была, то есть, знаете, такое ощущение, как подтверждение для кого-то здесь из вас. То есть если я буду читать комментарии и увижу, что вы пишете «да, это подтвердилось», то есть вы как будто бы искали подтверждение того, что я молодец, да, я все правильно сделала. Вот здесь как будто бы так. Да, через какую-то боль вы стали тем человеком, который должны были быть, либо стать. Вот такую историю нам рассказала вторая позиция. Давайте теперь посмотрим, что нам скажет. Третья позиция, зеленый камешек. А как абстракция здесь пойдет речь. Да, забавно. Забавный расклад. Забавная колода. Какой ситуации здесь пойдет? А здесь сценарий, да, здесь сценарий. Карусели, сели на карусельку и покрутились, да, на лошадках, да, вокруг, 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 по кругу. Причем здесь молодой парень, который держит, это у нас Пашчаш, да, да, Пашчаш. Держит цветочки, да, и другой рукой держится. И по кругу пошел узнавать мир чувств и любви. И здесь у нас выпадает аркан силы.
Что, какая история нам здесь говорится? Дьявол. Так, здесь вы, дорогие троечки, с нашим любимым дьяволом. Какую бы колоду я ни взяла. Дьявол у нас в первом плане. Посмотрите, какой дьявол. Значит, прикольный такой дьявол. Поближе поднесу. В маске, у которого здесь, значит, сковородка и маски, да, то есть он их жарит, как мы говорим, да, уж на сковородке горит. То есть здесь одевает каждый раз разные маски, причем дьявол у нас отрисован в виде ангела. Вот, смотрите, здесь, значит, его крылья, и здесь внизу у нас идет нити куклы-марионетки, да, то есть он этой кукле одевает любую маску, да, и жарит, ну, то есть игра. Игра, искушение, да, а на самом деле вот этот вот процесс, да, жарки, зажарки, да, то есть как будто бы как закаляла сталь, да, почему-то, закалки, некой такой закалки идет, на, закаляем. Здесь у меня, знаете, ощущение того, что проверяет вашу силу воли в контексте вашей души, да, то есть вот эта вот чувствительная, ранимая душа, либо какие-то ваши идеи, либо какие-то новые начинания, вот здесь вот идет вот прям, хочется сказать, война двух сил, да, вот противоборство. С одной стороны, это сила, это внутренняя сила, причем здесь женщина держит этого змея за бороду, да, вот, потому что змей превращается в льва, и сверху, значит, голуби над ним, как высвобождение. И здесь вот этот вот знак бесконечности между этим львом и женщиной, да, то есть пока я держу фокус внимания, я тобой управляю, я контролирую, я имею силу и власть над тобой. И тут у нас еще один, значит, персонаж дьявол, да, который говорит о власти, о структуре, о системе, обманах, говорит о чем еще у нас, ну, кроме известных, да, искушений и зацепок, о некой такой адаптации. Но здесь вот, как будто бы, знаете, через какие-то процессы, которые вы приходите, вы получаете, высвобождается ваша сила, да, то есть вы становитесь сильнее, здесь как будто бы идет вот закалка. Так, В чем вас закаляют здесь? Королева Пентаклей. В некой такой стабильности, да, заботе, вере. Прям здесь, значит, собака, которая говорит у нас о верности. Здесь у нас, значит, птички, которые говорят о новостях, да, о легкости. Бык у нас говорит об упрямстве. Ну, если мы идем к знаку Тельца, да, то здесь вот непосредственно некой такой стабильности, да, все цветет, цветочки здесь, розы, жизнь, вот, ну, все гармонично, все достаточно красиво, стабильно, то есть для того, чтобы вы, знаете, какую-то вот обрели силу в себе для дальнейшего движения, да, как будто бы вот некую такую стабильность, связь с землей, если так можно сказать. Угу. И у нас это же король жезлов, он просто отсвечивает. Да. И выпадает, значит, с королевой Пентаклей выпадает король жезлов. Король жезлов, и здесь знак зодиака льва. Огненный такой, знаете, страстный. И сзади выпадает саламандра, да, как символ огня. Свастика. Свастика у нас идет как символ изобилия, богатства. То есть здесь карты говорят о том, что через трудности и искушения, которые, знаете, вот трудности, я имею в виду препятствия, потому что задача дьявола заключалась в том, чтобы искушать людей и проверять их на верность к Богу. Ну, то есть это вот его роль, его задача была, да, то есть он все время вычернивал людей в глазах Творца, да, когда тот спрашивал, да, насколько люди чисты, верны ему и его, как называется, заповедям.
Вот, он все время показывал и изображал что-то такое, знаете, вот что сделал человек плохое, да, для того, чтобы момент именно вот этого высшего суда, да, чтобы люди не были близки непосредственно к Творцу. Это чисто метафорично, но в данном случае речь идет о том, что любые трудности и сложности, с одной стороны, нас закаляют, а с другой стороны, это проверка на то, какому Богу вы поклоняетесь, да, то есть чему вы поклоняетесь, каким ценностям, что вы выбираете, да, какую мораль, каким путем вы идете. Поэтому королева Пентаклей нам говорит о некой такой верности, да, в этих идеях. А вот король жезлов, да, у нас идет некая такая олицетворение уверенности и веры в себя. Он, знаете, вообще король жезлов, это у нас первый персонаж после Творца непосредственно, да, потому что огненная масть это самое близкое к Творцу, и король у нас такой достаточно активный, достаточно амбициозный, да, то есть здесь вот как будто бы вы должны реализовать себя, да. И рядом с королем жезлов у нас выпадает пятерка Пентаклей. Да? Посмотрите, пятерка Пентаклей напрямую нам говорит о нужде. Да? Человек какой-то нуждающийся, да? Просящий. И он как раз-таки выпадает у меня под дьяволом. То есть здесь искушение как раз-таки. Я, по-моему, в прошлом раскладе говорила о том, что первая вот карта, что какой-то мы расклад рассмотрели, я не помню, там, кажется, у вас была пятерка Пентаклей. Так вот, пятерка Пентаклей здесь тоже выпадает под дьяволом, да, здесь как будто бы, знаете, вот вы не проходите дьявола, я неоднократно говорю тройкам, так вот в этом заключается смысл, что вам кажется, что вы нуждающийся человек, а по факту вы являетесь, наоборот, знаете, не просящим, а дающим человеком. Но только вот вы этого не видите. Потому что, смотрите, здесь вот эта вот борьба, она должна вас привести к этому пониманию вашей силы. Что ваша сила, она внутри вас. И по сути, вы как раз-таки являетесь лидером, да, королем жезловым, да, вы являетесь лидером, вы являетесь первопроходцем, вы являетесь пионером. Тем человеком, которому люди доверяют, люди дружат по королеве Пентаклей. А вы это не видите, вы делаете акцент как раз-таки на нужду, на пятерку Пентаклей. Да. В чем вы нуждаетесь с вашей точки зрения? Пентаклей, да? Девятка Пентаклей. В чем вы нуждаетесь? Вот в чем здесь может эта женщина нуждаться? Вот мне хочется спросить. У нее все есть. У нее есть птица, у нее, ну, то есть есть знания, у нее есть барашек, да. Ну, это как есть чем жертвовать, да, то есть человек имеющий, по сути. Вокруг здесь цветы, да, то есть, ну, у нее все есть. Причем самое интересное, что девятка Пентаклей здесь смотрит как раз таки на пятерку Пентаклей, да, на прощающегося. То есть вам кажется, да, что вы еще недостаточно, девятка Пентаклей. Ну, конечно же, это не десятка, да, там одного Пентаклей не хватает. Что вы как будто бы нуждающийся человек, во-первых, в Пентаклях, да, а во-вторых, что вы еще недостаточно самодостаточны, если так можно сказать. У меня такое ощущение, что, блин, колода другая, а говорю одно и то же, ну, просто потому что карты выпадают такие. Это ваша точка зрения. Почему вы так смотрите? Что вам показывает дьявол, что вы вот видите вот эту вот иллюзию? Туз мечей. Ну, это потому что в вашей голове, понимаете? Здесь какие-то сценарии вам показывают, да? Потому что вы как-то не можете принять решение, либо вскрыли какую-то правду. Что это из двух? Так, здесь надо принять решение по девятке кубков, либо вы вскрыли правду. Сейчас не могу понять, 2 секунды. У меня выпадает влюбленный и девятка чаш. Я не могу понять. То есть вам нужно здесь... Сейчас, секунду. Что-то с то связь. Посмотрите, девятка кубков, да? То есть девятка Пентаклей, девятка кубков нам говорит как раз-таки
внутреннем каком-то удовлетворении, которое должно было быть, да. И здесь вот аркан влюбленных, он на самом деле влюбленный здесь. Вот посмотрите, мужчина целует женщину, и при этом меч, он чисто, знаете, символически, да, меч здесь идет как изображение фалоса, и женщина держит кубок, да, как проникновение в нее, да, соединение, слияние. Да, некое такое образное, очень красивое соитие. Так вот здесь вот как будто бы должно произойти вот это вот слияние, да, которое принесет вам удовлетворение. А вы как-то вот не можете удовлетвориться, понимаете? И вы как будто бы не получаете какого-то удовлетворения, не знаю, морального, внутреннего. Почему вы не получаете удовлетворения? Четверка чаш, да? Как-то вот скучно, скучно, грустно. От чего? Чего вы грустите? Да как-то, вы знаете, вот не происходит у вас перерождение, не происходит начало с одной стороны. А с другой стороны, может быть, здесь по солнцу достаточно эгоистично, да? То есть эгоизма много. А знаете, обычно откуда появляется у людей достаточно много эгоизма, это обычно у тех людей, у которых есть огромный потенциал. И они про это знают, но они почему-то свой потенциал не используют. И вот отсюда вот это, знаете, вот это вот внутреннее ощущение, я могу, здесь как будто бы мага мне только не хватает, чтобы он мне сказал, что да, я могу, я знаю, но я этого не делаю. А может быть, здесь еще и радости не хватает. Вот я сказала удовлетворение, да? Потому что скучно. Здесь еще может быть, что просто не хватает радости, да, просто не хватает вот какого-то счастья человеческого, что ли. Почему вам не хватает? Хорошая такая карта Иерофанта, которая показывает нам семью. Значит, смотрите, у нас есть Иерофант, корона. Под ним, значит, находится женщина с ребенком. Над головой ее, как в тузе кубков, голубь, да, олицетворение духа. И снизу, с одной стороны, и с другой, она, значит, происходит змея, как мудрость, да, и бык, как стабильность. Бык это, да, чтобы я не ошиблась. Ну, мне кажется, что это бык. То есть, знаете, бык – это как телец. Телец у нас идет, иерофант. У нас идет какие-то, знаете, некие традиции. Угу. Постоянство традиции, то есть знания. Здесь интересный иерофант. То есть змея у нас – это как будто бы мудрость, да? Это наш канал с высшим «я», либо с Творцом, ну, с высшими силами. Поэтому у нас здесь Иисус Христос нарисован, кстати, не просто иерофант, да, это не Папа Римский, это Иисус Христос. Так вот, здесь, значит, кубок и голубь, да, как олицетворение как раз-таки Святого Духа. Вот, а внизу у нас, ага, я поняла, значит, вот эта вот женщина с ребенком, это Иисус Христос, младенец, и Мария, да, я так понимаю, его мать. Вот. То есть пока карту разбирала, забыла, какой вопрос я говорила. Почему вам не хватает радости, да? Да потому что связи. Вот. Связи нету с высшими силами, понимаете? То, что я говорила, знания есть, да? Мудрый потенциал свой не реализовывается. Вот здесь вы, скорее всего, как-то с этим связано. Да, ну вот не реализовывайте свой потенциал. Знания есть, а даже связь с высшими силами есть, а вы как-то ей почему-то не пользуетесь. Почему вы не пользуетесь? Потому что королева мечей, да, потому что больно. И как раз выпадает под влюбленными. Я не знаю, почему у вас больно, да, то есть до этого вы были какой-то кубковой, да, чувствительной женщиной. Сейчас что произошло? Ага, здесь кто-то наблюдает, да. Кто-то наблюдает, коммуникация, король мечей. Ага, королева мечей. Я не могу понять, здесь, скорее всего, рассказывает историю о какой-то паре, причем пара бывших, да, либо люди, либо люди, которые достаточно умные, да, но между ними есть коммуникация. Здесь, может быть, расставание было, да, как вариант.
вариант. Что еще здесь может быть? Почему вы не реализовываете свой потенциал? Потому что вот как будто бы нету счастья, я сказала. А счастья почему нет? Расставание было, да? Что тут было? Ну, чувства накрыли, да, какие-то чувства. Что-то эмоциональное, чувственное было. Так, четверка жезлов. Какая-то стабильность, праздник здесь был. Хорошо, и что с этим праздником? Император. Угу. Кто-то принял какое-то решение и пошел дальше. Ага. Здесь знаете, какие варианты могут быть? Во-первых, здесь может быть предательство. В каком плане? Здесь может быть какой-то проект, возможно, вы должны были сделать с каким-то человеком, вот, а он каким-то образом не реализовался. Возможно, здесь какой-то человек не взял ответственность, да, за то, что должен был. Вот, и здесь как будто бы либо вы находитесь с каким-то человеком на расстоянии, вы не вместе, потому что у вас есть связь телефонная. Коммуникация присутствует, но не напрямую. И здесь история говорит о том, что вы должны были пойти дальше. Да, здесь либо человек принял решение, пошел дальше, либо ситуация должна была, какой-то проект должен был развиваться, и он не развился. То есть, если я правильно понимаю, потому что мне карты, колода, она всегда говорит историю долго, нудно, предысторию, все рассказывает, пока дойдет до самой сути. Вот, я и забыла, что она такая. Так здесь вот история говорится о том, что для того, чтобы вы стали таким сильным человеком, у вас здесь должна была произойти закалка. И эта закалка связана как-то с другим человеком. Да? Неважно, это мужчина, женщина, сейчас не суть. Вот. И здесь, видимо, было какое-то расставание, либо человек не принял решение двигаться дальше, либо ушел, да? Либо не выполнил свои какие-то обязанности. И вот вы почувствовали в какой-то период, что вам не хватает этой радости, вам не хватает этого счастья. Здесь какая-то, знаете, история такая достаточно болезненная, чувствительная. Здесь что-то такое вот, знаете, что за живое, прям ножом по сердцу. Здесь нету тройки мечей, но здесь есть вот прям ранец за что-то такое живое. И вы как будто бы не почувствовали, ну, знаете, как будто бы утратили веру в себя, да, здесь вам как будто бы крылья обрезали. Вот, и поэтому вы перестали верить в себя, да, что вы способны, что вы, возможно, ну, что вы можете что-то сделать, да, реализовать. То есть здесь такая проверка была какая-то, вот именно связанная с партнерством. Что-то в этом партнерстве не сложилось, я не буду сейчас говорить о том, что это там личное, либо профессиональное, что-то не сложилось в каком-то партнерстве, либо это можете быть даже вы сами. То есть ваше внутреннее партнерство между вашим внутренним мужчиной и внутренней женщиной. Не сложилось, да, то есть не объединились эти две силы так, как должны были быть, да? Причем, мне кажется, здесь, если это реальные люди, то они давно уже знакомы, да, то есть не раз. И вот здесь вот были какие-то эмоции, которые накрыли их. Шанс. Что за шанс? Смерть. Да, то есть люди не взяли тот шанс, не получили тот шанс, который должен быть. Да, здесь прошло завершение, здесь произошла какая-то трансформация. И вот в этой, из этой трансформации вы вышли человеком нуждающимся. Вот теперь я поняла, здесь какой-то этап. Это переходной. Почему? Потому что, ну, не может быть, если вы и девятка кубка, вы и девятка пентаклей. То есть у вас есть абсолютно все, да, то есть у вас есть все ресурсы. Ну, у нас иерофант показывает, у вас есть связь с высшими силами, у вас есть все ресурсы, а вы почему-то их не реализовываете. Теперь я поняла, что вы их не реализовываете. Почему? Потому что был какой-то вот болезненный опыт, в котором один из главных героев пошел дальше. Я могу предположить, что вы остались. Не вы пошли дальше, а вы остались позади. И вот эта вот боль, она под... как там? Как это правильное слово? Что подстегнуло, она...
Вот подвела вас под состояние человека, нуждающегося. Здесь вы как будто бы должны были закрутить колесо фортуны. Так знаете, причем если это пара, вот не зря я говорю, что эта колода, она идеально подходит, да, для межличностных отношений. Да, почему? Потому что, ну, вот она все время какие-то вот любовные истории рассказывает. Чуть-чуть забавно. Здесь колесо фортуны так закрутило, что, знаете, вот... обоим партнерам было не очень-то хорошо, да, то есть один партнер оказался в пятерке чаш, в пятерке кубков, да, как-то, знаете, вот как зомби, прокручивая постоянно одно и то же, вот, и, ну, вот как-то в себя, поэтому вы в пятерке, да, в пятерке пентаклей были, а другой как будто бы за ним наблюдал. Да, то есть один партнер наблюдает, что там у тебя происходит. Да, в принципе, мне типа не очень-то и нужно, но мне любопытно. А тот, за которым наблюдали, он находится в глубокой какой-то скорби, вот какой-то своем внутреннем мироощущении, наполненном боли. И отсюда у вас краски появилась вот эта вот пятерка педаклей недостатка. Дальше нам колода решила все-таки рассказать историю, что дальше идет развитие ситуации, да, и вот кто-то пошел в новое, да, сделал выбор, и вот теперь вы, ну, если это вы, да, выбрали как раз-таки путь профессионализма. То есть здесь такое ощущение, что вы долгое время не шли именно в становление себя, в проявление себя в социуме, и вот эта вот ситуация, она каким-то образом... вас подстегла, да, слово-то правильно, подстегает, не знаю, ну, неважно, то есть она вас замотивировала, я скажу иначе, да, она вас замотивировала на то, чтобы вы свой фокус внимания переключили именно на становление себя в профессиональной сфере, да, то есть иначе вас никак нельзя было замотивировать, да, то есть вам нужно было причинить какую-то боль, и вот только после этого вы, знаете, после периода еще и скорби, боли, в какой-то момент вы должны были воспрять и вот эту вот всю свою силу, весь свой ресурс направить как раз-таки в профессиональную сферу, в становление себя. Отсюда у нас выходит вот эта вот сила. То есть ведь вы нашли в себе силы, либо, по крайней мере, должны, если вы сейчас это проходите, должны найти себе, в себе силы вот в этих, вот этой трудной ситуации для того, чтобы стать именно тем мастером, тем профессионалом. Вот скажите мне, что я повторяюсь, да? Вот у меня сейчас как будто бы дежаву появилось, прошлый расклад ведь тоже заключался, да, заканчивался арканом мастерство, да, какую-то я колоду, сценарную колоду брала, другая колода, и там было мастерство. Так вот здесь вот смотрите, тоже вот мастерство, человек бубен делает, да, мастер. Да, для того, чтобы двойка жезлов, для того, чтобы вы двинулись дальше. Оставили то, что вам было ценное, то есть вот этот вот опыт, вот эта вот боль, да, она как будто бы вам помогла, чтобы вы двинулись дальше на своем пути развития и куда пришли? В десятку кубков. Наконец-таки у нас тут, значит, была девятка кубков. Вот она, десятка кубков у вас и появилась. Здесь нарисована как раз-таки семья. Но это может быть слияние, да, своего вот мужского, женского и рождения ребенка. Да? То есть мы можем это разбирать как сознательное, бессознательное. И наше ну, детское восприятие мира. Такое тоже может быть. Да? То есть вы должны были прийти именно к некой внутренней такой гармонии. Через весь этот трудный путь, вот поэтому у нас здесь дьявол и был, да, который нам говорил о том, что эти все искушения, эти все проверки для того, чтобы ты поверил в сам себя. Ну, мне кажется, в этот раз мы этого дьявола поняли, наконец-таки, да, что он хотел, потому что никак мы не могли в тройках пройти трансформацию. Ну, теперь я надеюсь, что тройки теперь вы поняли, да, что вся вот эта вот заманушка, вот эта вся заваруха, которая с вами происходила, была создана для того, чтобы вы наконец-таки
обратили свой взор на становление себя в профессиональной сфере. То есть вот как-то иначе вас не подтолкнешь. Особенно если мы говорим, допустим, о практиках, да, то вот именно какие-то болезненные ситуации, они подталкивают нас для того, чтобы мы раскрыли в себе вот эти вот способности и начали действовать. Иногда кажется, ну блин, ну нельзя было по-другому прийти. Нет, нельзя. То есть мне кажется, я не знаю, кто как приходит в магию. Мой путь пришел как раз-таки вот именно через такие болезненные моменты. Вот такая вот у нас была тройка и расклад такой абстрактный, да, как название, так и расклад, да, ни о чем и обо всем. Вот, ну, мне кажется, эксперимент был достаточно забавный. Вам тоже должен был понравиться. Если нет, то окей, такое тоже может быть. Я рада, что вы были со мной, я рада, что мы с вами посмотрели этот расклад. Благодарю вас за внимание, жду вас в ближайшее время на прямом эфире в разделе сообщества. Я, конечно же, оставлю анонс, и мы с вами, возможно, поговорим об очень интересных вещах, которые вас волнуют, если таковые имеются. А я с вами прощаюсь.